Ну, опять-таки, все зависит от того, до какой степени будет осуществляться контроль, до какой степени будет это все лимитировано. Конечно, все-таки интернет хотелось бы, чтобы это оставалось как бы свободной зоной, но тем не менее, это действительно должно быть, некий контроль над этим должен быть, чтобы дети наши, да и взрослые тоже, были ограждены от каких-то, ну, радикально негативных сайтов, я не знаю, там, экстремистских, националистических, там, не знаю, педофилии, там, и прочих зол. Вот я считаю, что это, да, в этом должно быть ограничение.